Всем привет! Итак, что же нужно для однодневной зимней охоты? Вот, например, как сейчас. Полярная ночь закончилась, день всего 2 часа, но я уже поехал, короче. Что нужно? Естественно, оружие, понятно. Патроны, понятно. Из одежды шапка, что-нибудь на флисе. Под этой флиской у меня обычная матроска. Вот самая обычная из ленты, короче, которые там вот валяются. Под штанами обычные проперженные хэбэшные штаны. Реально там дырка, блядь, где мотня. Больше утепляться не надо, потому что, ну, в минус 30 вы вряд ли поедете. Сейчас минус 5. И как бы даже без перчаток, хотя они у меня тоже есть, я чувствую себя нормально. Больше теплее одеваться не нужно, чтобы вы не потели. Потому что если вы пиздец как спотеете, а у вас одежда наверняка не из дорогущей мембраны, вы начнете замерзать, и тут начнется жопа. Это точно. Что-нибудь типа бафа, либо шарфика. Можно вот... не обязательно тоже прям пиздец теплый. Главное, чтобы шею и глотку закрывал. Соответственно, вещмешок. Чай в термосе, или что вы там пьете из термоса. Ну и там, я не знаю, немножечко совсем еды, если вы не совсем кишкоблуд, то, думаю, там бутербродика вам хватит. Но если прям вас приперло, возьмите в термоконтейнере борщица из дома. Больше, собственно, ничего-то и не надо. Тот же перцовый баллон, например, который летом нужно носить от медведей и от придорожных алкашей, он не нужен, зимой у придорожных алкашей нет. Пьете, да? Медведя вероятность встретить... 0,1%. Ну и самое главное, что еще нужно, это желание и здоровье, чего и вам желаю. Всем спасибо за просмотр. Жмите лайки, жмите на колокольчик. И если нужна юридическая помощь, ссылка на телегу в описании канала и в шапке канала. В описании к видео и в шапке канала, да. Все, всем пока.